это первый смарт-контракт, который именно матричного типа. То есть до этого были смарт-контракты либо бинар, либо тринар. Какая была основная там проблема? То есть основная проблема это когда к низу расширяется юбка большая, и для того, чтобы перейти на следующий этап, заработать больше денег, вам необходимо все больше и больше в каждой линии ставить людей. Здесь такого нет, здесь матрица абсолютно полностью делится, и, соответственно, ну, чтобы заработать хороший чек, вот, допустим, как у нас, вам не нужно много людей. Я покажу потом заработки моей первой линии, расскажу вообще, как это работает именно по стратегии. То есть в матрице X3 у вас под вами есть 3 человека. Есть 12 площадок. Каждая площадка в 2 раза больше, чем другая. Соответственно, с каждой площадки открытой вы получаете доход. Когда первый человек к вам становится, вы получаете сумму к себе прямо на кошелек, равной вот, непосредственно сумме вот этой площадки. То есть в данном случае это вот 0,025 эфира. Все обозначается здесь в эфирах. Когда становится второй человек, вы получаете точно так же эту сумму. Соответственно, у вас уже что есть? С первого человека окупаемость, со второго человека 100% прибыли. Третий человек, так как здесь вся выплата идет 100% в сеть, открывает вам реинвестный стол, и вот эта выплата уходит вашему аплайну. Что значит реинвестный стол? Реинвестный стол, то есть это новый стол, который открывается перед вами. Вам могут заполнить его также ваши личники, которых вы в первый стол пригласили, либо вы можете взять своих людей. Но это говорит о том, что юбка не расширяется, и с каждого стола открытого вы можете зарабатывать неоднократно. То есть вы можете зарабатывать здесь, здесь, здесь и так далее. Здесь вот, допустим, я вот буквально вчера получил выплату с этого 170 баксов, а уже 200 баксов по нынешнему курсу, и с этого человека 200 баксов. Ну, то есть 400 баксов за день, я думаю, что это супер результат. Ну и также здесь. Вот так выглядит у нас первая матрица. Какие еще основные преимущества проекта? Это то, что здесь идет постоянная реферальная привязка. Если вы хоть один раз зарегистрировали человека по своей ссылке, вы можете быть уверены, что этот человек постоянно будет следовать за вами в матрице, независимо, где вы находитесь, и может закрыть вам стол неоднократно. То есть вот я позже покажу кабинет, мы к нему вернемся и расскажу, как это тоже все работает. Сейчас поговорим про Ну, все, матрицу пошла. Ночую. Спасибо. второго типа. То есть матрица называется Форсаж X4. Здесь немножко по-другому. Смотрите, дальше у нас перед нами матрица X4. Соответственно, эта матрица уже идет семиместная. То есть во главе матрицы стоите вы, и под вами стоит 6 человек. Как здесь это все работает? То есть первый человек, который становится в первую линию, от него выплата уходит аплайну, со второго человека тоже аплайну, и здесь вот с этих 3 человек вы получаете полный номинал данной площадки с каждого человека. То есть 0,025 здесь, 0,025 здесь и 0,025 здесь. Когда к вам становится 6-й человек, вот эта выплата уходит наверх на реинвест. И перед вами открывается точно так же вот такой же стол. Здесь также есть в этой матрице переливы. То есть, если здесь в этой матрице вас закрывают полностью только ваши личники, здесь вы непосредственно можете также получать переливы. Вот рассмотрим. Перелив снизу, он отмечен синим цветом. Перелив сверху, он отмечен серым цветом. И вот перелив такой темно-розовый партнер, обогнавший своего вышестоящего. То есть, что это значит? Допустим, у вас открыты вот любые там, допустим, 3 площадки, 4 площадки, и к вам приходит человек, и он прокупает, допустим, не сразу там 4 площадки, как вы, а прокупает 6 площадок, вот точно таких же. Соответственно, за те площадки, которые открыты у вас, вы получаете это вознаграждение, а остальное вознаграждение за те площадки, которые не открыты, уходит к вашему вышестоящему. Но мы как бы в команде дублицируем полностью свои действия и согласовываем с каждым человеком для того, чтобы не было таких ситуаций. Единственный момент, когда человек просто зашел не по стратегии и, грубо говоря, он недополучил прибыль за счет того, что ну, не сразу вклинился в наш поток и не успел, грубо говоря, прокупить необходимые площадки. Так все действия полностью согласовываются. Давайте сейчас еще покажу вам кабинет и расскажу, что значит
то, что можно двигаться с одним человеком, как это работает и как это выглядит. Ребят, так, смотрите, вот какая ситуация в этом кабинете. То есть здесь есть один лично приглашенный партнер. И чек, вот, то есть 205 тысяч рублей, 205 тысяч 815 рублей. То есть здесь достаточно даже одного активного партнера для того, чтобы он закрывал вам матрицу. Как это получается? То есть, допустим, вы стоите, ваш партнер, которого вы одного пригласили, стоит здесь. Вы больше никого не пригласили, но этот партнер успел пригласить трех человек. Соответственно, он вышел на реинвест и также закрыл вам это же место во второй ноге. Также может и происходить здесь. Он закрыл еще раз второй стол и перешел к вам в третью ногу. И вот точно так же он может закрывать вас по любым площадкам. То есть, что в X3, что в X4. Ну и также, если он работает активно, то вот синеньким цветом отмечены переливы снизу. Соответственно, здесь люди могут, вот тут закрывает ваш лично приглашенный, а здесь вас могут закрывать его люди. Поэтому здесь, ну, непосредственно в этой матрице можно двигаться только с одним приглашенным и получать очень хороший результат. Так, ребят, давайте, знаете, что сейчас остановимся. Задайте вопросы, если они есть, непосредственно по маркетингу. И дальше мы, наверное, там с Олегом совместно расскажем про наш клуб и, в принципе, про концепцию нашей, нашей команды, что и как мы планируем, как видим развитие в дальнейшем. Ребят, давайте вопросы, у кого есть что, не молчите. Сразу разберемся, что и как. Ребята, можете голосом задавать, можете написать чат там, в принципе, кто не хочет разговаривать. В принципе, наверное, я думаю, вопросов нет. Вон, за сутки почти 5 500 почти за 24 часа. Они сколько там, неделю назад 3000 заходило, то есть практически в два раза. Да. Ну, то есть, да, конверсию. Ты, может, Макс, покажи еще, сколько там первой линии люди заработали? Да, давайте покажем. Это тоже будет интересно. Смотрите, да, ребят, вот получается по стратегии, какая обычная проблема вот у всех команд и вот проблема у людей, которые зашли под лидера и так далее. То есть все маркетинг-планы, они построены таким образом, что в основном зарабатывает только верхушка. Сейчас мы вам на примере покажем, то есть, как зарабатывает наша первая линия и, ну, как можно, двигаясь по стратегии, иметь неплохие чеки. То есть мы сразу помним, что 11 дней назад мы зашли с командой, и вот люди в первой линии. То есть чек с первой линии, я думаю, по-моему, это Аня чек, 178 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 86 тысяч рублей, 48 тысяч рублей, 51 тысяча рублей. Здесь это человек, который на минималку зашел. То есть вы можете сейчас видеть контраст непосредственно людей, которые работают по стратегии, и люди, которые просто зашли на 10 баксов. Вот она разница, вот прям перед глазами. Далее 24 тысячи рублей. Вот человек тоже на минималку зашел, 1576 заработал. Вот человек зашел по стратегии и заработал 130 тысяч рублей. То есть мы здесь абсолютно видим прозрачно, что ну, зарабатывает не только лишь одна верхушка, и все люди, которые заходят и именно повторяют наши действия по стратегии, они выходят на хороший результат. Ребята, поэтому вопросы есть у Макса там со звуком какая-то проблема. Если есть вопросы, задавайте. Отвечу на вопросы пока. Вопрос такого характера. Почему нас сразу не пригласили в первый же день? Почему не пригласили в первый день? Ну, мы разбирались, хотели же вам как разжевать информацию, попробовать. Уже на все готовенькое позвать. Ну да.